Еще одна похожая история закончилась совсем по-другому. Сегодня умер Арсен Торопов. Об этом ТВ сообщил его брат Артур. Напомню, машинист сцены оперного театра сорвался с 6-метровой высоты, когда монтировал экран для церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля. 27-летний молодой человек принес сложную операцию и 2 месяца находился в глубокой коме. Одесситы тоже собирали деньги на лечение и, казалось, появилась надежда. 2 недели назад он перешел в состояние так называемой бодрствующей комы. Но несколько дней назад у Арсена начался сепсис, и его ослабленный организм не смог побороть инфекцию. Арсен Торопов скончался в субботу утром в реанимации еврейской больницы.